Самые знаменитые статуи наших дней Аленки из Воронежской области, похоже, появились конкуренты. По крайней мере, именно так решили жители столицы, заметив новых работников МФЦ. Там приняли в штат сразу двух андроидов. Роботы Алекс и Даша во многом похожи на человека, только их лица будто застыли, из-за чего даже поднялась волна критики, но тут же стихла, когда Даша и Алекс стали демонстрировать свой интеллект. «Известия» газеты «Известия», советская, российская, общественно-политическая, деловая, ежедневная газета, учрежденная в январе 1917 года. В настоящее время также вещает одноименный телеканал «Известия».